Третий президент Грузии заявляет, что не будет никого использовать в качестве щита при возвращении на родину. Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили собирается вернуться на родину к предстоящим выборам в органы местного самоуправления, несмотря на возможные последствия. О своих намерениях вернуться в Грузию к выборам, которые пройдут в стране 2 октября, Саакашвили сообщил в понедельник в видеообращении в Facebook. По словам бывшего главы государства, он не боится ареста и намерен положить конец хождению по одному и тому же кругу реванша. «Впервые за все эти годы я сказал, что приеду, несмотря на последствия. Впервые в жизни я сказал, что сейчас уже та грань, после которой мы теряем нашу родину. И в предыдущие годы все к этому шло. Но тогда ситуация не была столь критической. Сейчас ситуация настолько тяжелая, что больше нет времени для условностей», заявил Саакашвили в интервью телеканалу.